Автор картины – командарм Тухачевский Анатолий Иванович Дягилев. Живописное полотно долгое время хранилось в фондах Ульяновского художественного музея. И в год 125-летия со дня рождения командарма заняло достойное место в стенах музея Пластова. Инициаторами проведения такой выставки стали два суворовца – Илья Соловьев и Амин Шайдулин, которые занимаются исследованиями личности Тухачевского и его деятельности в Симбирске. И даже выступали с этой темой на научной конференции в Казани. Именно они заметили картину Дягилева в каталоге музея. Нам удалось обнаружить у нас симбирский внука Тухачевского, который сейчас проживает в Ульяновске. Он был рожден, то есть совпадение такое, то, что он рожден на улице, которая сейчас носит имя Тухачевского. Сына Тухачевского зовут Алексей Михайлович Гаврилов, а внука, который сейчас проживает в Ульяновске, зовут Владимир Михайлович Гаврилов. Ребят поддержали их наставники и даже организовали для них экскурсию в музей Пластова. Ведущий архивист Госархива Ульяновской области Антон Шабалкин рассказал суворовцам о знаменитом командарме Тухачевском и про обстановку в Поволжье летом 1918 года. Человек судьбы очень непростой, интересный. Начиная с того, что отец его был дворянин, а мать крестьянка, что он блестящий офицер, за полгода на Первой мировой войне умудрился получить 5 орденов. Более подробно о событиях столетней давности читайте на нашем сайте ulpravda.ru в рубрике «Симбирск, 1918 год». Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.